наблюдаемы другими странами мира. Увеличивает влияние китайской культуры, позволит совместно продвигать дело великого возрождения китайской нации. На мировой встрече по обмену опытом ведущих предпринимателей китайского происхождения присутствовало свыше 300 ведущих предпринимателей китайского происхождения из Китая, Франции, США, Малайзии, Сингапура, особого административного района Сянган, Тайваня и ряда других стран и регионов. Семейная ассоциация этнических китайцев, основанная в 1992 году в Сянгане, является всемирной общественной организацией, объединяющей этнических китайцев со всех стран мира, свыше 6 миллионов человек. Второй этап наземных испытаний двигательной установки для ракетоносителя нового поколения, первый полет, который намечен на 2016 год, завершился в Китае в понедельник. Двигатели ракеты Чанчжэн-5, работающие на нетоксичном экологичном топливе, были протестированы на Земле для проверки технических характеристик, сообщил директор Института по изучению технологий космических.